Я разложу на G7 чуть-чуть дальше. Речки. Ты меня видишь? Тебя слышу. А, вот я тебя вижу. У тебя только голова торчала из воды. Это раз слышу дело. Сейчас выстрели один раз. Ты в пизду, как я не попал. Ну! Блин! Ты что-то мне сказал. Дугадай, что? Я думаю, Вов, блядь, кто еще может зайти? Блядь, как можно было промахнуться в упор? Митральеры, ожидать ему! Нихуя, Андрей там, Андрей, не лезь, Андрей! Блядь, я случайно морозно убил, извини! Случайно? Блядь, ну ты бишь тут от меня, сука! Вот тоже сам. Да как? Блядь, ты хоть тебя ранил, нет? Осталось 10 HP, ног попал. Блять. Вот Андрей, я видел эту ситуацию, вижу там внутри двое. Только я начинаю гранату кидать, и меня убивают, я не успеваю кинуть. Блять, так обидно было. Но я морозного забрал. Там бы так сейчас залетело. Я практически Олега еще забрал, но видишь, попал ему в ногу, блять. Да я бы тоже сейчас там, блин, с 2x был. Андрюш, ну. Ну шо ж ты? Ну блять, ну не хватило, Олег. Не отыграл, Андрюш, не отыграл, поэтому я умер, блять. Блять, я Йоку. Он с этим смотрел с биноклем в ногу, блин, блять, подлетел. Не понял. Нихуя вас тут. Я ног не понял, Коля. Так, всем занять оборону на центр. Андрей, я выбежал на тебя. Андрей, я ног не чувствую. Андрюша, их у тебя нет, блядь. Да как? Ты две пули, блять, морозный, ты чё, да, блядь? Да, 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 да. Он да вообще охуевший, я тебе говорю, он охуевший бабки внук, блять, его надо пиздить, блять. Блять, Рэмбо комнатный, просто, блять, две пули в ноги всадил, ему вообще больно. Джон, ты в руку мне пристрелил и... только один... Да, он пристрелил тебе в руку, и он взял гашетку и так, тебя убил, так понимаешь? Я тебе потом еще второй раз садил. Даже не выронил оружие. А он просто это ту-ту-ту-ту-ту. Да-да-да, так он еще с самолетом реально выбежит. Ту-ту-ту-ту-ту. На холме, Олег говорит. Ту-ту-ту. Да. Northwest. Northwest, thank you. Да-да, вот именно так. Андрюха, двое к тебе поднимаются уже. Просто смотри на дорогу, когда поднимаешься. Жду их. Блять. Андрей, position, position compromise. Position compromise. Ахтунг, Ахтунг, position compromise, да. Олег трахнут, повторяю, репит, Олег трахнут. Принял, Андрей, повторите, пожалуйста, Олег трахнут, да, да? Так, точно. Принимаются координаты азиму 220. Пидорас и прямо на холме. Нихуя! Да. Андрей, я тут просто на похуй через танки прошел, вообще пофиг. Два танки. Выглядывай сейчас. Ты вообще это какой? Нормальный, нет? Меня палят, Андрюха. Ну а что мне делать еще? Прием, прием, блядь. Ты мне говоришь, а где тебя палит? Я подожду, они в бревнах, они в бревнах слева. Меня морозные оттрахнут, они в бревнах слева. У меня пинец в жопе, блядь. Блядь. А что еще в жопе? За маршруткой. Какой цель не телетучишь? Блядь, ну кто-нибудь, сука, меня никто не прикроет, да, Андрюха, блядь, они слева, вот бежишь. Я бегу, 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 бегу. Сейчас они прям тут, а прям тут, а прям тут, а. Не вижу. Сука. Я никак не. Они прям за холмом там были? Да, блядь, говорю же, где бревна, ёб твою мать. Там дохуя человека. Ох, ебать. Не сказал. Мы здесь полим сейчас со мной. А ты его убил, да? Он как раз... Да блин, убери это, да? Пожалуйста! Сука, кто, блядь, как он убил, блядь? Вот... Кажется, я вижу морозного. Сейчас будет еще залп. Андрей, в домах там поддвигают. Бакс, 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 прикрывай. Андрей. Плохо вижу, там деревья. Там три человека. Что это? Там четыре, блядь. Я прикрою, если увижу кого-нибудь. Да. Слева, слева, в самом боку, короче, это походу Сашка прибежал туда. Нет, там скорее не всего, попасть. Там скорее всего Морозный. Думаешь? Нет, Морозный я только что убил. Морозный там. А, это убил. Александр, да. Я вас видел там тоже. Я вас тоже. У вас там нормально видно сверху. Просто не попал. Андрюх, потому ничего что... пока не вижу. Потому что ты игрока. Ну они в деревне. Мишлен пассы был. Киватовский выжим в топ-топно. Привет.
Тоже. Сука. Привет, ту-ту-ту-ту. Ах вы, блять, крыс! Андрей, крысы в деревне заберите. Меня отрахнули, Андрюш, я ничем тебе не могу помочь. Я кривой, не могу помочь. Они взяли, кстати, слышишь, они взяли. Фулл бэк! Фулл бэк! Аллах Акбар, блядь! Централ дефенс, все фулл бэк, блядь. Ебать, там прям на мосту. Почему тебя уничтожат? Оставить, это я что-то, блядь, по стяне перепутал. Немецкий танк на мосту, блядь, делайте хоть что-то. Блядь, точку быстрее, её отхватывают жестко. Я на точке. И Морозный тоже на точке. А где конкретно? Где-то на центре. Я точно не понял, где. Где-то он с центра меня трахнул. Морозный. А да? Лови. Ай, блядь, ну ладно, я тебе так. Блядь, Андрюха! Молодец. Я только в такие моменты увидел. Я тебе хотел гранату, но он скачил. На точку летит, ребят. Ух ты ж, блядь, красивый. Я Морозного убил, там Олег. Андрюха, внизу есть один человек. Зачем ты пугаешь меня? Вот это что за хуйня шевелится? Вот это что за хуйня шевелится? Ой, батя, убили! Подальше. А, это Струпи был, это батя Струпи убил. Я стрелял по Струпи. Как сказать? Две сосны. Я, кажется, вижу. Попал. Как? Так, продолжай точно. Да нет, тут, к сожалению, пинг не виноват. О, посмотрите на мой пинг, пацаны, побыстрее на мой пинг посмотреть. Я тебе говорю. Блять, мне так нравится, когда как-то кидаю гранату. Ну, короче, под водой, походу, прям под листвой. Да, она от тебя так нехотя улетает еще, да? Ты мне попал. Попал? Ну хорошо, мне полегче стало. Руку. Конечно, хорош. Морозный, он там выдрачивает. Так я знаю, так прикол в том, что в него, блин, не попал, типа, тебя видел. Морозный хуй попадешь? Подальше бери, наверное. Так, кстати, близко. А, это ты, наверное, решил. Дарт на 30. Там сидит. Да я понимаю, но... я понимаю. Я ничего не могу сделать, вообще ничего. Ебать, блять! Как? Как с пингом 700? Как я смог его на бегу убить, блять? Я просто на шару выстрелил. Ой, Матеуш, это тебе месть, короче. Ой, блядь. В воде плавает крокодил. Прекрасный выстрел. Крокодил в воде. Дуже дякую. Ой, там еще в деревьях. Там Олег, блять, меня, блять, лаганул, и я застрял в бревнах. Сейчас попробую его. Ой, они пройдут, блять. Раньше хвитнул чувак. Витукинд. Ну, он, по-моему, не очень-то. Да, за кучкой. А что у нас? Ха-ха, мы все в одной команде собрались. Ну да, поэтому дисбаланс. Абсолютнейший дисбаланс. Нет никого дисбаланса. Олег, видишь, да, там вдалеке за мешками? Да. Попробуем. На карте, кстати, не показано. На а лево. Там кто? Потому что их нет. А там Бакис, Спартан и Квитковский. А вот там, сука. И сколько Квитковск... рук? И все, больше никого нет. Ай-яй-яй. Хорошо насажу. Тут стреляет Олег, потешишь? Не пойдешь, да, да, но он меня не видит. Вроде можно уже не видеть. Я вижу справа, за левой, все убил. Ой, там брат что-то даже говорил. Останавливаю, как могли. Так, подавай, один на один справа, потому что за левой. Слева вилка с визгаром поваренной. Одного убил, соответственно, когда вдалеке бежал. А, тебя убили, что ли? Да. Чисто пока. Это пулемет работает. Мне кажется, не полез от второго, так как там. Таша, там физгар трахнул. Да, я баки чистил. И они глубоко слева проходят, ребята. Кто там есть? Глубоко слева. Справа справа за бревном бегут. Один бежит. Двое бегут справа за бревном. Попал. Убил одного.
Один в дороге где-то. Да, да, ползет у дороги справа за кустами. За кустами. За колючей проволокой. Олег, видишь, да? Нет. Вроде. А кто стреляет с пулемета? А, на дороге все убил. А, это ты, Олег, все-таки был. Ой, меня сейчас убили. Все по тактике. Да, меня убили. Там сквит. Сквит в мешках. Да. Ну это был выдох. Я прям выглядываю на пост, такой отряд. Шут с истреблен. Все, захватили, да? Угу. А не отхватываем? Нет. Чисто зарандомил просто окошко от бедра. Не спарил вверх. Как-то минометчик испарился странно. Текстура попала один это. Один минометчик. Я думал, его убили. Короче, раскладывается у нас морозный. По нему стреляют, да, он да, так да, 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 да. Раскладанный, спокойно катится просто вниз. Да-да-да-да, я сейчас, я вижу. Вот как это получилось? Как так вообще получилось-то? Граната пошла. Я дарю гранату. А он себя убил. И не только себя. Что за херня, алло, блин, я смотрю, стреляю, что за прикол, что это было? Красиво, конечно. Я все равно видел, кто летел. Да. Еще раз. Мороз, ты красиво летает. Опа. Отлично. Граната. Не надо, не надо, не надо, не надо. Прямо за домом, осторожно. Граната. Ай, да хорош! За деревом. Честно, ты мне ноги отстрелял, я не мог двигаться. Уф, кого-то попало туда. Cut potato. Блять. Ах, хитрожопый! Пойдешь? Последний, кстати. Это граната. Опять я подлетел. Так, ооо. Да, блять, вы, да, сука, вы сумеете... Ты, да ку, блять, то он высовывается, то... Кто время вернулся? А я как понял, что на точку кто-то зашел, значит надо сразу повернуться. Теперь осталось самое сложное, это The Village. Просто Village. Ау. Да, что за окопы, я не понял. Бегай, бегай по окопам. За мной уже. Олег, там есть какая-то движуха, рука. Олег, все справа есть. Кого-то убил, там где-то кто-то еще есть. Да, есть. Я, короче, только с автоматом могу играть, блядь, сегодня. Хорош. Так отлетел жестко. Да, еще точнее. Мне пиздец. Прицик не стою. А ну шо? Ой, это красиво. А, ты бля... еще полетнул, я Лего не видел. Я никого не видел, я за кустами был. Да сука, проебали. Тут очень далеко. Да что за хуй? Ну так нечестно, ну смысле? Я стрелять не могу. Бля, так бы захватили бы еще. Давай, Мороз, не пались. Че, дадим инфу. Это же.
Я в него пытался попасть, а ты его... Ай, да блять. Я скайп подрезал. Я ёлку подрезал, а ты скайп подрезал. Сука. Слишком много на карте. У нас было ровно.